Директора 12 предприятий организации «Витебщина» вошли в число лучших руководителей области по итогам 2021-го. Обладателем почетного звания стал и Сергей Тимофеев, директор новополского предприятия «Титанпласт». Завод специализируется на производстве сотового поликарбоната, продукция поставляется в страны ЕС и в Россию. 9 апреля в Полском кадетском училище состоится День открытых дверей. Абитуриенты и их родители узнают о правилах поступления в учреждение образования, познакомятся с учебной и внеурочной деятельностью кадетов. Начало мероприятия в 10 часов. 6 по 8 апреля Комитет госконтроля Витебщины проводит горячую линию по вопросам полевых работ. Сообщить о негативных фактах на весеннем севе жители области могут с 10 до 16 часов по телефонам 37 61 52 37 89 39, код 80212. До 31 августа любители футбола разного возраста могут снять видео, на котором набивают мяч поочередно правой и левой ногой от 30 секунд и до минуты, опубликовать в своем аккаунте в Инстаграм с информацией о себе и хэштегами. Победителей ждут телефоны iPhone 13. Подробности на сайте президентского спортивного клуба.